Здорово! Это обзоры от Mob.ua, и как всегда я трэш. Сегодня у меня для вас 6 новинок, в которые вы можете поиграть на этой неделе. Итак, представляю вашему вниманию головоломку Trip Trap, 3D-экшен Boom Tanks, стратегию Clash of Lords, красочную головоломку God of Light, аркадную стратегию Pirates of Eversys и логическую головоломку Safecracker. Итак, идем по списку. Вы думаете, что мобильные головоломки исчерпали себя и больше ничего вас не удивит? Боже, вы правда об этом думаете? Вам больше не о чем думать? Ну да ладно, если вы и правда об этом думаете, то у меня есть для вас Trip Trap. Игра про маленького мышонка, который должен съесть сыр и убежать в норку. А вы знаете, что мыши на самом деле не любят сыр? Везде сплошная ложь. Сложность игры заключается в том, что ушастик может перемещаться только в одну сторону и не может остановиться. Вам остается только прыгать, увиливая от препятствий, и продумывать план побега на ходу. Ведь вам будут преграждать путь разного рода ловушки. Trip Trap – это реально глоток свежего воздуха в общежитии пердунов. Следующий в очереди 3D-экшен Boom Tanks. Вы, наверное, расстроились, подумав, что это очередной клон World of Tanks. Зажрались вы, подумали разработчики и сделали Mortal Kombat с танками вам назло. Танк против танк. Ну, если быть точнее, то это не файтинг, а тир. Ты не сможешь свободно покататься в свое удовольствие, просто наблюдай и вовремя стреляй. В конце должен остаться только один. Но, в принципе, это не мешает половить часик кайф. Хоть геймплей и однообразный, как секс в браке, зато много локаций и графика очень даже. Вы наверняка уже все слышали о стратегии Clash of Lords. Если нет, то вы ничего не потеряете, поиграв во вторую часть. Кроме денег. Ну, донат тут ненавязчивый, так что можете расслабиться. В мире Clash of Lords можно с нуля построить королевство своей мечты, добывать сокровища и ресурсы, нападать на замки других игроков и доказывать всем свое право на владение землями. Ну, другие тоже это могут, так что ты тут не пуп земли. Зато ты можешь присоединиться к гильдии и отобрать все имущество соперника в неравном бою. В казуальной головоломке God of Light, как вы догадливые мои уже доперли из названия, мы будем управлять богом света. Так что атеистам игра крайне не рекомендуется. God of Light – это типичная физическая головоломка, изюминкой которой, нет, даже скорее целой курагой которой является идея преломления лучей. Казалось бы, задумка древняя, как дерьмо мамонта, но такой головоломку на Android еще не делали. Основная задача игрока – провести божественный свет какой-то фигнюшке. Классное я дал описание. Еще называю себя обзорщиком. На нашем пути будет стоять тьма, перекрывающая зеркала и кристаллы, отражающие божественный свет. Стратегия Pirates of Eversys на первый взгляд такой обычный городской симулятор. Но присмотревшись внимательнее, становится очевидно, что ее необычность заключается в анимешных пиратах. Звучит как-то по-пидорски. Анимешные пираты. Но как бы это ни звучало, мой дорогой геймер, игра стоит того, чтобы на нее потратить время, потому что в ней можно построить огромную пиратскую гавань, морскую империю или целое независимое государство. Как бы убого это ни выглядело. Но ты это можешь. Планируй свою стратегию, атакуй острова и корабли соперников, сражайся с морскими чудовищами и исследуй места кораблекрушений, чтобы получать дополнительные трофеи. И наслаждайся игровым процессом. Как бы убого это ни выглядело. И напоследок хочу рассказать о замечательной головоломке, замечательной идее, замечательной реализации этой идеи и замечательным саундтреком. Такая вот презамечательная это Safecracker. Мы выступаем в роли обаятельной рыжеволосой грабительницы, взламывающей замки сейфов при помощи крохотного нанобота. Тапами по двум сторонам экрана мы вращаем шестерни механизма, помогая наноботу попадать в цеглики замка. Для того, чтобы можно было собрать 3 звезды, заключенные в цегликах, нужно успеть провернуть дело за заданное время. Со стороны может показаться, что это просто. Но на деле оказывается, что твои руки не настолько прямые, как ты о них думаешь. Однозначно рекомендую. Зря время не потратишь. Или потратишь. Хрен его знает. В общем, на этом у меня все. Качай, ставь лайк, подписывайся на наш канал и вступай в группу. Если ты мужик, будь мужиком, блядь. Это был обзор от Mob.ua, и я трэш. До встречи.